Двигайтесь прямо. Да я смотрю, что с тобой еще. Езжай в конце. Какая именно? Не надо! Почему? Двигайтесь прямо. Так, ДТП справа. Будьте осторожны, там чувак на огонь там лежит. А ты там все говорится, есть в конце. Ага, сейчас тут как бы это страшно. Мне будет страшно. Сам в конце. Здравствуйте, господа хорошие. Привет, привет, дорогой. Стоп, а локомотив стоит у нас, не? Ага. А у меня стоп. У меня локомотив стоит. У меня тут тоже паровоз стоит. О, исчез. Чуть-чуть удивляюсь, это всяким новым BMW, Mercedes, в которых там, условно говоря, 170 сил, а они там едут секунд 8. Я что, сейчас практически... Опа. Кто? Видел, да? Реношка там тебя в бочину. Я записал ее. Так и странно, что он не знает, обычно, когда большие каноэ, она обычно с нами идет. Попутник перестраивает на левую полосу. Пусть осторожно обгоняет. Перестраиваемся в левую полосу, развязку проходим прямо. Ну давай, подрежь. Я уже записываю. А. Давай тогда ты репорт создашь, не лень. Хотя я вам подрезал еще. Перестраиваемся в правую полосу. Ну, и тут... Да. Записываю. Сейчас подрежу тебе, кстати. А, ну пусть подрежет. Сейчас я еще... А нет, я не буду подрезать. Я уже один раз подрезал. Мы что, вот только что подрезаем Генчиком, а потом... Медведь. Там что, перестраиваться надо, медведь? Да, перестраиваемся в левую полосу. Здравствуйте, прям. Принял развязку. А, замечательно. Я его прокинул. Полная остановка, аварийка. Я так и знал. На обочине. Попутка на обочине стоит, возможно, выезд аккуратно. Перестраиваемся в среднюю полосу. Развязку прямо проходим. Еду, спокойно. Повернули направо. Принял. Так, впереди плотный трафик. Выбрасываем круиз. Внимание, в левой полосе человек задним ходом едет. Перестраиваемся в левую полосу на тупиковом регулированном Т-образном, поворачиваем налево, на светофоре не останавливаемся. Первый Т-образный прямо прошли, второй тоже прямо прошли. Принял. Останавливаемся на светофоре. А чё именно Белял решил ехать? Интересно, ребятки. После развязки круиз 80. Боруссия жжет прям. Они на товарищеских матчах в прошлый раз 8-2 выиграли на прошлом. Сегодня 11-2. Так, после развязки перестраиваемся в левую полосу. Бах! Вау, что это было? Было красиво. А что тут произошло? Приготовьтесь к повороту направо. На развязке на первом съезде поворачиваем направо. Поверните направо. Цюриха.
Бам! Там об меня ударился, что ли? Да. И там ДТП. Проезжаем во второе слева окно. Полуавтоматическое. Топливо заканчивается, я аккурат. Понял. Что, лампочка загорелась? Да нет, на приборке смотрю, уже заканчивается. Да у меня тоже уже несколько раз. А я заправился. Здесь круиз 90, ну ничего не понижайте, она сама понизится. Развязка проходит прямо. Поверните направо. Двигайтесь прямо. Опа, горочка вниз, наконец-то. Догонишь? Догоню. Я на шестую переключился. Челика что-то носит. То есть не плавный разгон, а именно резкий какой-то толчок. Так, впереди плата. Смотри, у меня написал то, что топлива мало. Автоматов, полуавтоматов нет, если что. Они только в Скандинавии. Где-нибудь заедем на заправку. Ой, блядь, я педаль перепутал. Ты куда пропал? Я улетел.